Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу мод, который добавляет стражей с ПК в Minecraft Pocket Edition. Ну что ж, вот я появился здесь, точнее я построил, давайте заспавним одного стража и рассмотрим его. Так, ну давайте, ну да, вот такой лучше видно. Как мы видим, мы можем добавлять, у него есть глаз, такая текстура, похожа на ПК, но на ПК он маленько другой, также и второй вид. Этого стража. Так, вот, как видите, он уже какой-то более страшнее, белым цветом, с белым глазом. Меня даже это пугает. Да. Он какой-то страшный, но даже у него даже другой хвост, повернут в другую сторону. Возможно, он даун. Ой. Ну ладно, давайте рассмотрим, вот такие есть новые блоки. Похожие блоки, которые стоят в бассейне. Вот здесь такой светильник новый, который спавнится под водой. Вот еще один новый блок. Вот. Ну да, этот блок маленько меня пугает. Ну да, какие-то они заторможенные, что ли. Ну ты меня, дружок, пугаешь. Вот. Ну такой мод. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.